нормальный, да? Привет! Йо, ребят! Здорово! Мы, в общем, зимой у нас тут что-то снег выпал, да? На памп-трек приехали. А дальше сами увидите. Ой, ёты моё, я уже это вижу. Ну да, в принципе, это памп-трек. Что следовало ожидать. Тут тотальная жесть, ничего не почищено. Но я взял лопату. Слушай, зато самокатеров нет, уже хорошо. Да. Ёб твою медь. Ну пошли чистить. Я так чисто напомню, что вот этот памп был вот в этом видосике, который, получается, вот здесь вот. И ё-ты-моё, насколько он сильно изменился. Ну в этом и соль. Да. Ой, я решил, что грех не попробовать, как бы. Не, ну, в принципе, пока что... Оно такое скользкое. Тут, ну, под снегом лед, как бы, да? Просто, если ехать по прямой, тебя сталкивает вниз. Я даже памп хер разбираю временами. По контрам вообще ехать нереально. Ну давай, джамп-линия! Не, ну, кататься уже реально, но это честно какой-то трындец. Ах, поэтому нас ждут долгие приключения, пока мы будем чистить этот памп. Вот на это вот, блин, ушло минут, я сейчас точно скажу, 20 ровно. Нехило так. Сейчас достанем, посмотрим, насколько вообще есть смысл его чистить дальше. И, в принципе, наверное, поедем дальше катать. Ну что, тестовый трап пошел. Вау. Я говорю, ты не ехал наверху контра, ты по снегу все равно прошелся. О, ну я самую высокую траекторию сейчас взял. Не, пока что нормально идет. В принципе. Вот о чем я и говорю, видите, колеса просто уходят. Я хочу на джамп-линию заехать нормально. Поехали. Ну вообще, неплохо. Катабельно. Ой, как хорошо! Пацаны! Я, в принципе, я себя не жалел, пока ехал. Там, где мы почистили, сразу сцепление есть. Офигенно. Я прыгнул, я долетел. Я тоже. Пошли дальше чистить. Давай. Ха! Нормально. Нормально. Чаек, зима. Работаем, в принципе, год, вот там здесь сейчас Толян, спустя 2.5 часа мы закончили, но на GoPro 30%, я не знаю, поставлю на зарядку, надеюсь, она зарядится. 30? 3, просто. В общем-то, я нашел способ, как зарядить GoPro нормально, я в кофту замотал, все хорошо, сейчас 30%, за минут 15, наверное. Тем временем я успел навернуться в одном приятном месте. Типа у меня понесло жопу. И если бы было сухо, то я бы уехал. Я как бы немножко бочком приземлился бы.
Но из-за того, что скользко, там лед, у меня переднее колесо ушло из-под меня. Ну и, соответственно, если блэд у меня перед уходит, то я башкой вниз вот так лечу. Вот. Даже не то, что через руль, а просто, ну, просто вниз. Как оно вообще работало, да? Мы, получается, до этого контра, вот там вот все, прочистили отлично. Здесь, ну так, халтурно. Но это сильно не влияет ни на что, потому что здесь в целом по прямой едешь, и как бы ладно, там длинный джамплайн мы тоже особо не чистили. Но вот эти два контра с перекладкой было намного сложнее чистить, потому что здесь опять-таки очень примерзший такой плотный снег со льдом. И получается здесь перекладываешься, тебя чуть-чуть заносит, но это не страшно. Меня, получается, вынесло где-то вот здесь, вот. Вот, на этом месте, 100%. Я, типа, вылетаю, у меня жопу уносит. И, получается, я приземляюсь передним... Где мое приземление? Еще найти бы. Это похоже на мое колесо. Да, 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 это мое колесо. Вот он, я упавший. Типа, приземляюсь чуть-чуть криво, видите, чуть-чуть наклон. И мое колесо начинает уносить. И все, его унесло. Я вот сюда башкой прилетел. Не знаю, пока ходил, на самом деле, у меня ноги немного, нога точнее, немного прошла уже. Я думаю, катать пойду еще. У нас здесь есть некоторые прыжачки, которые спокойно берутся без каких-либо усилий. Вот это место я лично теперь буду с особой осторожностью ехать. Я буду его просто объезжать нафиг. Я тут тоже грохнулся, поэтому... Ну, это слишком будет. Да, Тарину тоже было неприятно, объективно. В общем, пойду подзаряжу GoPro, сам отдохну. И когда уже восстановлюсь, и GoPro подзарядится, мы пойдем чисто снимать, катать и постараемся записать как можно больше, потому что, опять напоминаю, мороз, нам холодно, нам сложно, лед, и GoPro быстро сажается. Вывод, катать в мороз плохо и сложно, но... В этом есть свои плюсы и своя изюминка, скажем так. Это прикольно, в принципе. Особо сильно ничего не мешает, кроме... О, фига. Это новый гэп. Он его ни разу не прыгал. Вообще никто его ни разу не прыгал. Ну, в целом, пойду заряжать в камеру. Короче, памп мы более-менее расчистили, на самом деле. Теперь хотя бы по нему можно проехать, что уже хорошо. И даже можно прыгнуть некоторые фигурочки. Вот здесь навернулся Дима. Это страшно и несет жопу, просто писец. Так, теперь берем нормальный разгончик. Прыгаем. Разгон прилистник. Прыжок, прыжок, контр. И по новой. Фух. Надо сейчас попробовать прыгнуть 4. Перед первым прыжочком есть еще один, который вполне можно осилить. Поэтому спокойно, мягко проезжаем первую часть пампа, а во второй просто начинаем разгоняться. Ну и выдергиваемся. Так, каждый раз здесь задницу так проносит. Вообще. Не, страшно. Фу, все, теперь я от первого покатаюсь чуть-чуть. Прыгну все, что могу. Очень надеюсь не упасть. Вот эта штука, она скользкая, поэтому сложно взять разгон на вылет. Очистить уже, если честно, желания никакого нету. Я пока просто разгончик беру, пока прыгать я не планировал. А вот теперь на длинный гэп. Опа! Прекрасно его взял. И здесь немножко на тормозах, потому что звездец.
О, фига, новый прыжок за сегодня. Эту херню качаем. Опа, первый. Второй. Третий. И на отдых. Ой, хорошая линия. 4 прыжка. Это хорошо. Вот, Толян тоже его взял, отлично. Надеюсь, вам было видно, извините. Нагибаться дальше сложно, потому что здесь контур. Страшно. Я дрожу, я замерз и чувствую себя мухой зимой. Когда они такие, знаете, неповоротливые и медленные. Короче, прикол в чем? Этот памп-трек – это наибольшее количество скопления фигур в одном памп-треке. Вообще, в Латвии, думаю, что. И на самом деле прыгать его очень приятно. Просто проблема в том, что сейчас здесь все покрыто таким снегом, который, здесь-то большой слой этого снега, он еще очень сильно укатанный. И это как лед. Но это не мешает, например, Диме творить какую-то ересь. Это... В смысле? Потому что ты видишь это? Это же вообще, тут просто подъезд максимально снежный. Не, за себя. Ладно, давай. О, есть. А, чтобы вы понимали, Толян только что пока поднимался просто вот в этом месте, там подняться, блин, 2 шага. Он подскользнулся и упал. И это очень больно. Да. Очень болезненно зимой что-то делать. Но, в принципе, если снег уйдет, обязательно буду еще катать. А так именно в такой снег вообще не хочется. Это отвратительно. Ну, как бы мы ни хотели, длинные джамплайны зимой плохо берутся. Плюсом еще надо учитывать, что мы потратили дохера сил просто на чистку. Ну. Спины болят, руки болят, и мы подмерзли. Ну, подмерзли мы капитально. Сейчас едем аккуратно. Не жестим, просто чисто показать, что может это смотрит. Чисто по чилю, да? Да. Но мягко чилили. Короче, едем мягко. Мынул. Особенно, блин, здесь. Конченые контры, да. О, меня тоже понесло. Ну, то есть вы видите, что скорости просто минимальные. О, сейчас вообще чуть из контра вперед не вынесло. Все, у меня лимит покатушек на сегодня истек. Я уже уезжаю в жопу куда-то. Ну, ты один. Это мы, ребята, девочки и мальчики. Спасибо большое, что посмотрели. Перед тем, как закончить... Не можем упускать возможности не выложить этот видос, потому что слишком много сил потратили. Было очень... Это зимой мало, а чем-то вас надо радовать. Да, было очень жестко, интересно. Спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки и всем пока. Наконец-то чай, наконец-то теплый плед, ёты моё!